Нижегородской ярмарке можно рассказывать часами. Вот, например, даже перенос ее из Макарьева сюда, на стык Волги и Оки. Необходимость была, но учитывая, сколько на это требуется денег, ярмарка продолжала оставаться на прежнем месте. И тогда, судя по всему, не без ведома министра коммерции Николая Петровича Румянцева на Макарьевской ярмарке случился пожар. Комиссия, расследовавшая это дело, постановила: зажигательству Макарьевского гостиного двора, тогда как вон им никаких товаров не было, другой причины полагать невозможно, как единственную корысть от устроения оного. Так что нижегородцам надо воздать должное сыну известного генерал-фельдмаршала за то, что вследствие его преступного умысла главный экономический нерв страны оказался именно здесь. У нас есть уже отдельный выпуск и про Бетанкура, и про его ставленника Монферана. Поэтому хотелось бы рассказать про не очень известные страницы Ермонки, как ее всегда называли. Например, про диктат неорусского стиля в конце 19 века. Председатель Московского архитектурного общества Николай Васильевич Никитин на полном серьезе писал о Спасском соборе. Постройка собора иноземная, в так называемом псевдоклассическом стиле, господствовавшая тогда вследствие презрения к русскому и полного его неведения. Иноземные формы храма должны замениться русскими. То есть творение Монферана хотели снести, чтобы заменить его на нечто более приближенное родному церковному зодчеству. Действительно, когда на смену Александру II пришел Александр III, он уже одним своим видом заявлял о том, какая должна быть эстетская политика в искусстве. Шапка-кубанка, борода, шаровары и сапоги. Могучий вид, который ассоциировался с русским медведем. Этот посыл должен был отобразиться и в архитектуре. И нигде он так явно не прослеживается, как в новом главном ярмарочном доме. Старый, построенный в классическом стиле, к тому моменту пришел в негодность. К тому же специально созданная комиссия постановила, что никаким ремонтом нельзя достичь того, чтобы дом и флигели были приспособлены к современным требованиям ярмарки. Объявили конкурс, на который из 10 городов прислали 26 проектов. Интересна формулировка отказа некоторым из них. Нижегородскому зодчему Николаю Павловичу Иванову был дан отворот-поворот со следующей формулировкой. Наружный вид здания в итальянском ренессансе не отвечает своему назначению. Выиграл проект за авторством Александра фон Гогена, Георгия Трамбицкого и Карла Треймана. Главным строителем в итоге был Трейман, а помощником его выступал вышеупомянутый Иванов. У него, кстати, трагичная судьба. Он являлся членом комиссии по переустройству города. И когда в 1895 году здесь, на территории строящейся ярмарки, рухнула часть стены одного из зданий, губернское правление обвинило в этом Иванова. Он не вынес клеветы и повесился. На первом этаже нового здания было 70 магазинов, на втором – ярмарочная контора и ярмарочный комитет, отделение Госбанка, почта, телеграф, а также ресторан. Зал общественных собраний получил название «Гербовый», поскольку решетка его балкона была украшена гербами губернии Российской империи. Перед главным домом был устроен чугунный фонтан, здесь были телефон, водопровод и канализация. Сын Мельникова-Печорского Андрей Павлович Мельников отмечал стилистическую странность данного здания, но при этом признавал, что это знамя эпохи. Знамя это уже начинало развиваться в Москве, где тогда как раз прошли конкурсы на постройку городской думы и верхних торговых рядов. Архитектор Померанцев, построивший здание современного ГУМа, затем возведет несколько знаковых павильонов и на Нижегородской ярмарке. Его стиль очень нравился купцам, а с их мнением уже приходилось считаться. Он отмечал, что главный дом всем своим обликом бил в глаза. Что главная его задача была служить не удобству губернатора, а интересам всего российского купечества. И надо сказать, что с этой задачей зодчие справились. Апогеем стала речь губернатора Николая Михайловича Баранова. В доме этом все русское. Труд и материалы русские. Строители Шипов, Бугров, Башкиров, Курбатов и другие. Проект русских талантливых архитекторов, исполнители русские люди. Шипов, Бугров, Башкиров, Курбатов, богатые нижегородские купцы, члены строительной комиссии. В свете того, что произошло с ярмаркой в советское время, хочется хотя бы вкратце коснуться 16-й Всероссийской промышленной выставки. Под нее выделялась отдельная территория за Кунавинской слободой. Это примерно в районе нынешнего парка имени 1 мая, где-то вот там. Деньги на ее проведение дал лично Николай II, поскольку выставка была приурочена к коронационным торжествам. Один из первых в России трамвай, фуникулеры, постройка первого городского театра и, кстати, по поводу театров. Где-то постройки Нижегородского городского театра кипела театральная жизнь. Вот прям-таки на месте этого утилитарного жилого дома. Большой ярмарочный театр вмещал в себя почти 2000 человек. В
1895 году его купил знаменитый тенор Николай Николаевич Фигнер, после чего театр получил его имя. На 16-й Всероссийской художественно-промышленной выставке был представлен первый русский автомобиль, первая в мире гиперболоидная башня Шухова. Вообще, для Владимира Шухова это событие стало плацдармом для демонстрации его инженерного гения, чего стоит его ротонда с первой в мире стальной мембраной перекрытием. Из архитекторов больше всех отметился автор верхних торговых рядов в Москве Александр Никанорович Померанцев. Его среднеазиатский отдел в мавританском стиле напоминал дворец Аладдина. Рядом красовался художественный павильон. Про здание машинного отдела в жизни Клима Самгина Горький писал, что оно ослепительно сияло на солнце. Но самая огненная история развернулась вокруг павильона Крайнего Севера, построенного мэтром московского модерна Львом Кекушевым по эскизам художника Константина Коровина. По сути, это была реклама Ярославской Архангельской железной дороги Савва Мамонтова и непосредственно тех мест, куда эта дорога вела. Предварительно Коровин с коллегой Серовым съездил в те дальние края на деньги мецената Мамонтова. Они были очарованными как открывшимися видами, так и непосредственностью местного населения. Когда монах охаживал фонарем по морде наглого медведя за то, что тот пытался украсть у него из рук свежевыпеченный хлеб, Коровин привез альбатросов, тюленя, чучело медведя и местного чукчу Василия, который на глазах изумленной публики поедал сырую рыбу. Но скандал развернулся не вокруг павильона, а вокруг двух панно, которые Мамонтов заказал Михаилу Александровичу Врубелю. Это были сцены из «Белины» Микула Селянинович и пьесы «Растана. Принцесса Грёза». Эксперты от искусства не приняли их. Тогда Мамонтов выкупает обе работы художника, строит под них отдельный балаган, как назвал его Коровин, и сверху помещает рекламный баннер. Панно художника Врубеля, забракованной комиссией Академии художеств. Некий корреспондент Нижегородского листка Алексей Пешко, знал бы он, что потом его именем назовут весь этот город, писал: «Желто-грязный Микула с деревянным лицом пашет коричневых оттенков камни, которые пластуются его сахой замечательно правильными кубиками. Вольга очень похож на Черномора, обрившего себе бороду. Лицо у него темно, дико и страшно. Лошади в виде апокалиптических зверей». А Коровин вспоминал: «Что за озлобленная ругань сыпалась на бедную голову Михаила Александровича? Я поражался, почему возбуждают ненависть эти чудные невинные произведения. Такие милые шутки жизни не проходят даром», — Михаил Александрович стал попивать вино. Но никогда нигде этот человек не сказал ни про кого худо, не сказал, что нужно было сказать «подлецы». И потом Коровин вспоминал, что когда Врубель умер, гроб его до кладбища несли все те, кто убрал его панно с выставки. Очередная злая ирония судьбы. И не меньшую роль она сыграла в жизни как ярмарки, так и самого города, которого, по идее, ждало экономическое процветание. Ведь вся эта выставка была сравнима с мировыми выставками в Париже. К 1917 году обороты ярмарки впечатляли, она стала уже международным событием, и Нижнему Новгороду была уготована, можно сказать, великая судьба. Но, как вы знаете, торговля и коммунизм никак не бьются друг с другом, поэтому ярмарка была прикрыта, она возродилась в эпоху НЭПа и даже начала набирать обороты, что удивительно, но тем не менее, это факт. Пока, конечно же, к 30-м годам она не была полностью прикрыта, согласно постановлению правительства. И, увы, судьба Нижнего Новгорода была предрешена. Вместо того, чтобы стать одним из величайших торговых центров, можно сказать, мирового масштаба, он стал даже не Нижним городом, он стал городом Горьким. Хорошо это или плохо, конечно же, опять-таки вопрос дебатируемый, но факт остается фактом. То, что было накоплено, то, что нарабатывалось здесь с годами, было похерено в одночасье, и, к сожалению, пока неизвестно, сможем ли возродить это в былом масштабе. С вами был гид Павел Перец и команда проекта «Нижний 800».